Продолжаем наше с вами строительство и развивать наше поселение. Так, что мы в этой серии с вами будем делать? Давайте подумаем. Посмотрим сейчас сначала, что у нас тут на рынке. Топливо 80. Одежда, в принципе, нормальная. Ягоды, мясо, хлеб. Угу. Маловастенько всего, да? Давай, наверное, мы сейчас с вами ускоримся. А чего тебе не хватает? Овощи 6, мясо 2. Яйца, яйца. Наверное, курей нужно будет с вами добавить. Так, мы можем же курей сюда добавить? Нет, не можем, потому что сколько? 25. Угу. Так, кладовая, кладовая. Ягоды. Блин, нам нужно как-то сделать так, чтобы они быстрее сюда перевозили. Давай посмотрим, можем ли мы назначить как-то... Где у нас склад? Нет, склад не надо, вот. Можем ли сюда улучшить? О, мы улучшаем амбар. И, по идее, здесь, во-первых, будет больше храниться. А во-вторых, мне нужно понять, как здесь сделать так, чтобы они... быстрее приносили нам. Так, привязанная стойка, ничего не стоит, бесплатное перемещение. Да, это она стоила. Ага, назначенные семьи становятся погонщики валов, что ускоряет доставку грузов. А давай посмотрим, вроде бы где-то здесь у нас должна быть такая система. Да, нужно переместить это, во-первых, вот сюда куда-то до нас поближе. Куда это сделать? Давай сюда поставим. Так. Амбар, 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 амбар у нас строится, да? Да. Да, опять же, я мог бы, конечно, играть на обычной скорости, но я думаю, мы будем так очень долго и нудно с вами строиться, так что давайте пока месть ускорим. И нужно будет потом подумать по поводу увеличения нашего населения, где мы с вами будем строиться, ну то есть в какую сторону. Мы же влево и пойдем. Сюда куда-то нужно будет построить побольше дорог, а возможно и не нужно будет. Так, что у нас по поводу дорог? Если мы сделаем вот так и типа отделим, не кривенько, косенько, рынок у нас, угу, кривой. Ладно, а дорогу мы можем разобрать либо нет? Так, alt remove. Так. Alt, alt, alt. Так, ремув. Ага, мы можем удалять с вами дорогу, да, смотрю. Это хорошо, значит, мы сможем полностью перестроиться потом. Так, отлично, полоску сделали. Так, улучшить дома малого хлеба. Две доски. Еда заканчивается. Ну, ребята, с этим ничего не могу поделать. Вы же не продаете наши товары, хотя они вроде должны у нас быть. Сейчас посмотрим, сейчас мы тебя улучшим, и возможно товары быстрее будут переезжать. Хотя что-то в этом не уверен, но ладно. Так, люди, давай назначим и давай посмотрим, чем вы будете заниматься. Будет ли вы перевозить? Так, общее сведение. Дополнительно скот несет груз. Покажи мне, что ты несешь. Что ты, зайчик, у нас несешь? Ага, денежка пришли, хорошо. Давай тогда улучшить и добавим сюда курятник. Отлично.
Пока мы с ничего больше не можем. Хорошо. Так, заказать еще одного вала. Достаток сильно малый. Стойка один из двух. Хорошо. Отлично, давай на дом посмотрим. Запас еды на рынке. То есть мне нужно сейчас будет развиваться в еду. Блин, можешь попробовать заказывать нам еду. Что нам нужно? Яблоки, мед. Можем ли мы с вами строить? Яблоки, мед, яблоки, мед. Так, что здесь у нас? Стоимость строительства. Это мука, пастбище. Пастбище, пастбище, мед, пасека. Ага, если мы начнем... Погоди, я... А, вот, вот мы можем с вами выращивать фруктовое. Новое улучшение. Яблоневый сад позволяет выращивать яблоки. Сбор урожая проходит каждый год. Вот у нас есть одно очко, по-моему. Мы можем с вами улучшить. Тут нужно выбрать либо... Либо идти в яблоки и выращивать. Либо идти в этот, как его, в мед. Ну, даже не знаю. Закрыть одно очко у нас всего лишь есть. Можем, в принципе, построить здесь яблоневый сад. Вот тут прямо аж. Чтобы наши люди его собирали. Тогда у нас с едой вроде будет все нормально. Правильно я понимаю? Ну, либо мы можем вот. Овцы размещены на пастбище, мало-помалу размножаются сами. То есть мы можем закупить две штуки себе, и они будут размножаться. Так, позволяет ходим ставить селки в лесу, чтобы обеспечить пассивное поступление мяса. Блин. Либо пассивное поступление мяса. Либо яблони сад. Пока деревья не достигнут зрелого возраста, на что требуется около 3 лет. Сад будет приносить только малую часть потенциального урожая. Ладно, ребят, давайте потратим на яблоки. Потратим с вами на яблоки. А теперь мне нужен яблоневый сад. Где он у нас? Я таки извиняюсь. Так, ну это рыба. Это рыба, это не то. Так, яблоки. Где наши яблоки? Это не то. А, либо в поле, да, мы можем это с вами сделать. Давайте посмотрим. Сейчас давайте построим поле. Небольшое. Ну, хотя бы вот так вот. Все, хорошо. И здесь мы можем с вами... Нет, не можем. Нет, не можем. Только пшеницу можем, да? Снести. Не. Нам это не подходит. Я не понимаю, где наши яблоки. Так, поле, житница, пастбище, дом овцеводов, мельница, печка, хлеб делает. Хорошо. Жилище, рынок, церквушка, яма есть. Пиво есть. Телега для еды, телега для колодец. Это склад. Так, пункт погрузки позволяет развивать. Угу, это не то. Карьер. Ребята, где наши яблочки? Кто мне скажет? Как мне их выращивать? Вот, а я могу отменить. Типа Alt. Так, яблоневый сад позволяет решать яблоки урожая. Или это позволяет выращивать вот тут вот. А, да, яблоневый сад. Это у нас, у наших жителей. Понятненько. Понятненько, у нас два свободных с вами места. То есть мы сможем... За сколько? За 50, да? Блин, я думал...
Я думал, мы сможем с вами сами выращивать их. Ну ладно, разнообразие пищи. А что по поводу яиц? Тоже ж вроде куры где-то у нас были. Ну вот, да. Почему их не выращивают? А почему так медленно торговля идет? Что мы еще можем торговать чем с вами? А вроде пока без ничем, да? Пшеницей можем. По идее. Но ее тоже нужно выращивать. А для того, чтобы вырастить пшеницу, мне нужно будет построить с вами, если не ошибаюсь, вот эту вот штуку. Где она здесь? Вот. Житницу. Мне нужно будет житницу с вами строить для того, чтобы мы могли ставить тут поля с вами. Ладно, 50 есть, да? Отлично. Давай тогда мы сюда вам добавим яблоневый сад. Есть. Все, шикарно. Что по поводу улучшения? Я где-то видел, что мы можем кого-то улучшить, да? Либо мне показалось. Так, улучшить до второго уровня. Ага, вот, отлично. Ну что, ребят, будем улучшать домик до второго уровня? Или нам этого пока не стоит делать? Так, станут доступны новые постройки, в том числе мастерские. Требования жителей вырастут. Я думаю, пока не стоит этого делать. Сколько у нас не назначено? Не назначено только один. А у нас все, да, заселены? Угу. Все домики заселены. Это плохо. Мне для того, чтобы продолжать развивать нашу деревню, нужно строить больше домов. Так, давайте посмотрим, где мы сможем это с вами сделать. Просто если я сейчас буду строить дальше дома, мне нужно будет строить так само церквушку и пивоварню. Так, если мы сделаем вот так вот, возьмем домик. Так, где наш рынок заканчивается? Ага, вот тут где-то. Если мы сделаем вот такое вот огромное поселение, стоит ли оно того? Либо не стоит? Я не вижу, что я строю. Я не вижу, что я строю. Блин, я не вижу, что я строю. Это, то есть мне нужно будет сейчас... Наверное, снести рынок. Ребят, я таки извиняюсь. Я вас снесу. Сейчас я вам дострою его. Так, где наш рынок? Вот наш рынок. Давайте попробуем как-то... Как-то ровно это сделать. Хотя... Кривенько, косенько оно идет у нас, видите? Я тут реально ничего не сделаю. Так, хорошо, давай вот так попробуем. Давай попробуем ровненько сделать. Ровно ж вроде. Вроде да. Хорошо. Берем теперь дорогу. Проводим куда-то вот сюда. Да, дорогу сюда проводим. Так, рынок. Сейчас они будут заполнять все. У нас эти дома неровно получились построить. Это плохо. Так, давайте сейчас повернем. Повернем, развернем. Все, заселяете, да? Топливо, топливо, одежда, но кожа у нас тоже есть. По идее, должна быть. Если у нас они охотятся все еще. Домик. Угу. А вы не охотитесь. Ладно, ладно. Тогда знаете, что я предлагаю? Так, что по поводу церквушки? Улучшение, это не то. Давайте смотреть, что мы еще можем строить с вами. Вроде все есть, да? То, что нам нужно. Так, добывает, добывает. Рыбу мы не можем с вами добывать. Склад есть, есть, есть. Давайте смотреть по поводу поля, пастбища, дом овцеводов, ветряная мельница и печка. Ну, печку мы сможем с вами, я думаю, куда-то сюда поставить. В
правильно? Она ж будет доставать же до всех, я надеюсь. А ну. Давайте посмотрим, будет ли она доставать полностью до всех. Но по идее должна будет. Так, запасы еды, Маловастенько всего, мяса нету. Надо закупать мясо. А где наша торговая эта штука? Может, мы мясо с вами будем закупать, как думаете? Во сколько это мне все обойдется? Так, возить мясо. Ценовоза 12. Ага. Цена вывоза 2. То есть я буду больше тратить, чем зарабатывать. А мне денежки нужны. Хотя всем тут денежки нужны. Так, по десяточке, да? Потихонечку капает. Ладно. Дайте подумать, как бы его поправильно это все сделать. Житница. Житница. Так. Окей, здесь ничего не хранится. Понятно, почему это хранится. Из-за того, что мы еще с вами ничего не производим. Так, давай, наверное, человек, который будет смотреть за полями, мы сюда построим. Потом нужно будет поле сделать. Ну, я думаю, не огромные сделаем поля. Я не уверен, что они успеют с этими полями разбираться. Так что сделаем вот такие, я думаю, небольшие. И нужно будет там выращивать пшеницу нам для продажи. Ну и плюс еще как раз для хлеба, да? Так, давайте по поле. Пшеница, ячмень. Пшеница, ячмень. Плодородность, конечно, маленькая. Но тут ничего не поделаешь. Так, дальше, что нам нужно? Нужно пастбище. Где мы пастбище с вами сделаем? А пастбище мы сделаем, я думаю, с вами где-то вот такое, на 52, да? На 52 овцы, хорошо. И для этого нам нужен дом овцеводов, который у нас поместится куда-то вот сюда. Дальше идет ветряная мельница. Она у нас встанет вот сюда. В любом случае, я потом захочу это все переделать, ребят. Ну, то есть, когда мы будем строить новое поселение с вами... Возможно, вот тут возле ручья. Возможно, тут возле ручья мы будем с вами строить. Конечно, дороги тут ужасные. Но тут вроде можно их, да, удалить через Alt. А ну давай посмотрим, можем ли мы удалить через Alt вот эти вот дороги, которые здесь есть. Если да, будет вообще шикарно. Ага. Окей, а мы можем, ребят. То есть я могу полностью это все поудалять и выстроить себе ровные дороги, такие, как я люблю. То есть по периметру вот так полностью. Ну, то есть взять, вот так по периметру их выровнять и строить уже ровно, так как мне нравится. Хорошо, отлично. А нам нужны еще люди. Чтобы к нам приехали люди, нам нужно еще построить пару домиков. Давай, наверное, мы тут где-то их построим. Дай сюда. Во, отлично. Давай, наверное, вот тут мы пару домов построим. Да, может, кривенько-косенько будет, но... А что поделать? Придется, что поделаешь, ребят, правильно? Во, вроде ровно. Вроде ровно, вроде нет... Так, мне нужно чуть дальше, да, тебе сделать? А если вот так вот? Угу. Чуть-чуть ниже. Хочу сравняться с этим, с рынком. Ну, пусть так будет. Пусть будет так.
Так, ага, у нас тут есть дорога, да, с вами уже? Да, мы ее продлевали, хорошо. Пусть тогда они строятся. Блин, в любом случае мне нужно будет сюда потом построить церквушку. Наверное. Хотя сейчас посмотрим, если оно достает до нас, церквушка наша, до наших жителей первых, то не будем строить. Так, что у нас по поводу дерева? 194, хорошо. 314, отлично, отлично. Нужно яблоки посадить. Давай яблочки посадим, все. Шикарно, пусть растут. Здесь вроде у нас уже все. Все застроено, все есть. Ага. Так, что мы еще сможем с вами в торговлю? Каменные блоки, но они там камни у нас заканчиваются. Камни у нас, к сожалению, заканчиваются. Возможно... Так, а если торговать, так, вывозить, сколько? 3 штуки, да? Будет стоить, то есть 3 денежки, хорошо. Может, тут этих вот людей, которые у нас тут находятся, мы сейчас и засадим их этими яблоками, посмотрим. Так, доступность духовности есть, доступность духовности есть, достает, да, таки? Это хорошо. Значит, нам не нужно будет церквушку с вами строить еще одну. Так, ну, ребят, это шикарно, могу сказать. Это реально шикарно. Так, строительство завершено. Во, у нас 2 человека появилось. Значит, мы берем житницу 1 человека. Раз. Отлично. Берем поле, засаживаем пшеница. Так, пшеница, давай ячмень, лен. Все, отлично. Теперь давай ячмень. Заменять будем пшеница, лен. Дальше у нас лен, ячмень, пшеница. Так, начать сбор урожая, не дождавшись. Так, страдной поры, минимальный. А, культуры минус 15%. Я не знаю, стоит ли это делать. Ранний урожай. Мы сейчас с вами посмотрим. Мы сейчас с вами посмотрим. Так, на мельнице, да, у нас? Люди, хорошо, а ну. Успеешь ли ты это поле обработать, либо нет? Возможно, стоит добавить сюда еще одного, чтобы они успевали. По идее, когда будет пшеница у нас собрана, наши жители смогут себе хлеб делать. Вроде бы как бы. Вот я просто боюсь, не сильно ли большой огород я им сделал. Как думаете? Нужно будет посмотреть, нужно будет сейчас 1 год. Посмотреть, как оно будет, успеют ли они. Если нет, то сделать его хотя бы наполовину меньше, чтобы они его засадили. Сейчас, в общем, посмотрим с вами. Так, зато у нас с вами есть 2 свободных человека. Куда мы их отправим? Может, на ветряную мельницу? Давайте назначим, наверное, 1 на ветряную мельницу. Все, шикарно. Посмотрим, что по поводу еды. Вроде еда идет, топливо. Как думаете, стоит ли яблоневый сад делать? Кучу яблоневого сада. У нас вроде с вами 350 монеточек есть. Так, вроде растет потихонечку. Давайте, наверное, да. Давайте, наверное, мы сюда с вами посадим яблоко. Сколько сможем это сделать? Почему ты? По 50, да? Давай яблоко. Раз. Яблоко 2. Дальше куры 1. Куры 2. Так, козы. Козы. Дальше огород. Огород. Огород.
Все, рассадили, отлично, пусть занимаются. Занимается, пусть яблочки тоже тут растут, и куры пусть будут. Как раз будут у нас яблоки, с вами мясо есть, нормально, яйца должны поступать, плюс еще овощи. Рыбы нам бы сюда, да? И было вообще шикарно. Так, у нас есть свободных 3 человека. Что по поводу поля, поля пшеницы? Смотрим, созревание, да, идет? Готовность культуры 4%, ага. Ну подождем. Сжечь поле? А зачем? Нам такое не надо. Так, готово на 6%. Блин, надеюсь, мы успеем собрать с вами урожай. Что это такое? Через несколько месяцев иссякнут припасы. Каждое хозяйство размировало еды. Топливо. Еды 3 месяца, топлива 2 месяца. На 3 месяца еды у нас всего лишь. Это должно хватить. По идее, должно хватить. Ты ж работаешь, правильно я понимаю? Ты ж приносишь мне сюда нашу еду. Блин, нужно, конечно, улучшаться, но... Давайте посмотрим, все ли мы построили с вами. Лепечка вроде есть, да? Давай одного сюда назначим, свободного. Сюда одного назначим. Так. Дальше. Промышленность. Горн. Кузнец. Печь для обжига. Вот это сырома есть. Ткацкая мастерская. Оно, он с льна делает это, да? Делает из ягод. А, я когда, наверное, улучшу наши поселения, они захотят вот эти вот, да, духи? Я уверен. Я уверен, что они это захотят. Так, мы успеем в сентябрь? Не успеваем, да? Хорошо, собрать ранний урожай. Собрать ранний урожай. Мне нужно... Мне нужно, чтобы они этим занимались. Ты же собираешь, да, я так понимаю? Да, вроде собирают. Либо вы только сажаете. Что вы делаете? А, вы собрали уже и засеяли ячменем. Ага, ну давай смотреть. Сколько у нас пшеницы? У нас пшеницы 0. А почему? Что я делаю не так? Почему так мало? Давайте, наверное, попробуем сделать поле поменьше. Как думаете? Может, они просто не успевают? Или они еще просто не доставили на склад это все нам? Или реально не доставили на склад это все нам? Ну сейчас, погоди. Дай мне. Не, здесь ничего не хранится. Хранилище, люди, дополнительно. Дом бовцеводов. Нет, это мне пока не надо. Прибыла новая семья. Но по идее место есть, 2500. Так, давайте, наверное, где ты? Тут ты, житница, склад. Топливо заканчивается. Хорошо, дом овцеводов, одну штуку добавляем. Это пилорама. Добавляем еще одного. Здесь, сюда, на доске тоже. Все, отлично. И нужно будет с вами сейчас построить такую штуку, чтобы доставить сюда скот. Чтобы наши овечки росли, и мы смогли их потом продавать. Чтобы заработать потом на этом. Мы же можем потом торговать. Торговля с котом. Либо не можем. Вроде где-то должно быть. Там где ты?
Вот и здесь мы назначаем одну штуку. Люди, дополнительная торговля. Скот, вот торговля. Так, мне нужны. Ага, а мне знаете, что нужно? Мне нужно сначала улучшить наших граждан, потом овцеводство поставить, чтобы они размножались. А потом уже... А потом уже вывозить по одному. А хорошо его возить. Лошадь, сколько ты будешь стоить? 20, да? Но нам овцы нужны. Так, овцы, овцы, овцы. Так, возить. Угу, цена ввоза, хорошо, 30. Давайте две штуки добавим, потратим 60. В принципе, денежку есть. Сейчас посмотрим, возможно, улучшим какой-то домик. Какой домик мы можем улучшить? Покажи мне, пожалуйста, вот этот можно. Да, давай улучшать. Давай улучшать. Давай улучшать. Давай улучшать, давай улучшать. Все, отлично. Не знаю, возможно, конечно, совершил ошибку. Я их улучшил, но... Посмотрим. Так, что по поводу пастбища. Бегает ли тут у нас уже кто-то? Или не бегает? Просто когда к нам привезут сейчас. Так, последнее появился уровень. Отлично, все, нам дали один с вами балл. Давай идем в овцеводство, пусть они сами размножаются. Нам нужно будет потом денежку с них делать. Мне нужно, чтобы они сюда две штуки завезли. Так, один есть, вот, отлично. И мне еще одного надо. Мне нужно сюда еще одного. Как раз сюда 52 штуки, по-моему, и влезут. Так, сейчас подождем. Угу. Ну вот улучшенные дома, да? Требования. Что ты хочешь? Доступность корчме. Уровень духовности. Доступность корчме. А почему ты? Ну вот корчма. Ты что, у тебя нету доступности? Почему у тебя нет? Почему у них есть доступность корчме? Можно нанять сюда, нужно кого-то. Доступно в корчме. Ну. Так, корчма любого рода, куда регулярно поставляют эль. Значит, вам эль нужен, да? Правильно я понимаю? Сейчас займемся этим. Сейчас мне еще одну овцу привезут. Попробуем с вами заказывать эль. По-моему, изготовлять я его сам не могу. Если не ошибаюсь, да? Так, что у нас снова добавилось? Вроде ничего. Здесь ничего. Тоже ничего. Ну, все, все старое осталось. Так, усадьба. Это наша усадьба будет. Ну, наверное, ее мы потом в центре города где-то построим. Погоди. Мне нужно кое-что... Во, две штуки есть, отлично. Пункт продажи, торговля. Не торговать. Шикарно. Минус, минус. Так. Раз, два. Не торговать. Во, отлично, все. Пусть они сами по себе сейчас размножаются. У нас есть две штуки. Когда будет 52, будем продавать по одной штуке. Так, а теперь мне нужно по поводу Эля позаботиться, да? Торговля. Эль. А где ты пиво? Где наше пиво? Блин, найди пиво. Пшеница, ячмень, рыба, хлеб, яйца, овощи, яблоки. Ну, по идее, должен быть эль. Ага, вот эль. 160 стоит, да? Ну давай. Давай закупать. Торговать. Возить. Хорошо.
Сколько возить? Ну, пусть 10. Возможно. Как раз 180 монеток это будет стоить. Посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим, если это оно то, что мне нужно. И у меня здесь появится L. И наши горожане будут удовлетворены. Так, уровень духовности каменной церквушки или лучше. То есть мне нужно будет тебя улучшить, да? А чтобы тебя улучшить, мне нужно добыть... Что это такое? Черепица. Окей, черепица так черепица. Хорошо. Что по поводу еды нам хватает с вами? Маловастенько, маловастенько будет. Дом как-то странно построился. Ну ладно. Маловато будет на это все. И наши поля, да, и все не растут. Либо я что-то не понимаю, либо... А, ну это зима. Ясненько, чего они не растут. Так, сейчас посмотрим. Нам должны завести с вами будет L. Вроде бы как бы. Так, торговля. Где ты? Где ты, L? Дай на тебя посмотреть. Ага. Так. Семья голодает. Ну, а что я могу поделать? Я как бы стараюсь. Вы сами не хотите выращивать курочек и продавать их. Я не вина, что у нас мяса мало. Так, давай, наверное, здесь одного уберем. Добавим, наверное, одного сюда, где у нас добывают с вами мясо, материалы. Вот. И пусть будет так. Минус 4, да? 4 дизлайка. Ну, что поделать. Вот такая вот. Такая вот судьба. Ну, по идее, сейчас должно все пойти. Так, собрать урожай. 5 штучек, да? Ну, тут ничего не поделаешь. Тут реально ничего не поделаешь. Тут нужно все в торговлю, наверное, уходить. Ну, либо реально я чего-то не понимаю. Либо нужно делать поле поменьше. Половину, да, наверное? Делать поле поменьше, и оно будет быстрее созревать это все. Или как вы думаете? О, пшеница 9. Отлично. То есть сейчас у нас должна появиться мука. По идее, должна появиться мука. И по идее, мы должны будем начать с вами производить хлеб. Если не ошибаюсь. Вы же сюда муку добавите? Ну вот, 9 пшеницы. Так, пшеница, хорошо, сажается. Да, наверное, они просто не успевают обрабатывать такие вот поля. Нужно либо делать очень маленькие, тоненькие такие, чтобы оно успевало. Либо больше людей сюда нужно. Но людей у меня больше нету, и так 2 человека выделил. Откуда мне еще можно убрать? Может, с дров? Давайте с дров и добавим сюда еще одного человека. Мне просто один человек нужен будет для того, чтобы строить поле ячменя. Ну да, вроде побыстрее дело пошло. Давайте, наверное, наступит зима. Мы с вами не снесем эти 3 поля. Попробуем их тоньше сделать, прям максимально тоненькими. Просто не уверен, что они будут успевать у нас это все делать. Так, что у нас? Ага, у нас уже 3, да? 3 ягненка, хорошо. Пшеница 8, мука есть у нас? Или мукой вообще никто не занимается? Здесь ничего не хранится, люди. А люди где-то бродят. Вместо того, чтобы делать муку, а наши люди где-то бродят. Угу. Разнообразие в пище. Ягоды, яйца, овощи. Маловато. Маловато, ребят. Маловастенько. Блин, знаете, что нужно делать, пока мы здесь?
время. Делаем вот так. Вот горн ставим. Хотя давайте, наверное, переместим производство вот сюда. Потом опять же его уберем в другое место. Горн. Так, кузнец. Печка для обжига. Тут... Так. А я это тебя не строил? Вроде нет, да? Получает солод из ячменя, да? Хорошо, это у меня есть. Ткацкая мастерская тоже давай сюда. И мастерская духи вот сюда. Так, ну. Во, и потом вот это нужно будет безобразие как-то разобрать все дороги. И переделать это, потому что мне реально это не нравится. Я хочу, чтобы было все красиво. Так, давай смотреть. Пункт торговли с котом. Хорошо, есть один, да? Горн, запас топлива. Запас топлива, ты на чем у нас? На дровах, по-моему. Кузнец, кузнец. А значит, раз, два, три, четыре, пять. Мне нужно 5 людей где-то найти свободных. 5 семей, чтобы отправить их всех туда работать. Угу. Печка, ты вообще занимаешься, либо не занимаешься мукой? Скажи, пожалуйста. Да, вроде есть. Вроде есть, вроде потихонечку торгуют. Ну, то есть не торгуют, а занимаются, да, своими делами. А значит, по идее, должен хлеб появиться. Да, хлеб 3 штуки появился. Есть овощи. Овощей много вижу. Шикарно. 20 ягод. Мясо, мясо. Нам мяса не хватает. Я не знаю, где нам брать мясо столько. Вроде занимаетесь. Дополнительно. Люди. Блин, как-то вам бы помочь бы. Ничего тут добавить вам нельзя, не... Ни лошадей, ничего такого. Блин, а где ж мне взять 5 семей? Тут построить еще. Как думаете, строить здесь 5 семей, либо не строить? Вот сюда вот. Ну, типа того, типа вот такого. Ну, да, наверное, мне надо. Надо, наверное, построить. Да, давай. Пусть строится. Мне в любом случае нужны будут люди, чтобы назначить их на работу. Только единственная проблема, когда я буду делать духи, или что это, Дива? Вот это вот. Краски. Ага, и когда я буду делать краски, у меня будут ягоды исчезать. Так, а вам же нужны, да, ягоды? Так, доступность в корчме. А, L есть все-таки, да? Мы торгуем, да. Мы торгуем, и это хорошо. Только в чем проблема? В чем проблема? А проблема в том, что мне нужно где-то... Торговля. Давай не торговать. Вывозить нужное количество избыточных товаров. 2 штуки. То есть получается, когда у меня будет 2 лишних, правильно, я буду их вывозить. Насколько я понял. Нужное количество избыточных товаров. 2. Вот, когда будет, наверное, у меня 2 лишних, они будут торговать. Но опять же, как мне это проверить? Как мне проверить? Так, 3 штуки осталось, а было 4 вроде. Вон, 2 штуки осталось. 80 монеток. Надеюсь, вы этих не заберете, потому что если да, то будет печально. Мне нужно так, чтобы появился, продали его, появился, продали. Ага, Эль завезли.
Как я понял, денежка пропала. Да, Эль опять завезли. Дай посмотреть, где наш... Где наш Эль? Где-то должен быть. Вот, да, в хранилище две штуки. Шикарно. Ну все, по идее, здесь они должны сейчас будут расти. И когда появится третий, их возьмут и продадут. Так, 4 человека свободных. Хорошо. Нужно будет с вами остановить, наверное, поставку Эля. Как бы не было это все печально. Накопить денег. Где ты? Эль, возить, не торговать. Накопить денег, во-первых, когда я буду перестраивать. Я думаю, в третьей серии хочу перестроить, сделать все красиво. Может, где-то тут в центре построить себе домик. И так далее. Тем более, где у нас тут поля? Вот, зеленым цветом, да? Нормально будет расти, наверное. А ну, давай посмотрим. 71%, да, пшеница под 71%. Нужно будет тут пшеницу с вами делать. Где у нас еще зеленые места есть на карте? Ага. А их больше нету. Все. Нужно будет, значит, поле под пшеницу вот сюда занять его полностью как-то. Как-то так, наверное. А ну... Хорошо, хорошо, тогда я тебя удалю, дай посмотрю, будет ли от этого хоть какой-то толк, если мы сделаем вот так вот. Пшеница 69, но это лучше, чем у меня на данный момент сейчас. Поле ячменя 23, пшеница 37, ну да, 69 лучше, я думаю, чем... 37. Так, да я тебя удалю. Возможно, даже какими-то маленькими кусочками. Вот такими нужно будет потом их вот так поделать. Чтоб чисто такие вот поля здесь были, да? Под пшеницу. Ну давай посмотрим. Бум. Хорошо. Так, вот так вот. И нужно будет делать вот так вот. О, шикарно. Так, раз, два, три. Ну, то есть, чтобы максимально захватить этот участок, сразу уже размечу. Благо, это позволяет все сделать игра. О, давай смотреть. 70%. Во. Ну это ж лучше, правильно, чем вообще ничего. Тогда нужно будет переносить наш участок куда-то сюда. Так, не туда. Нужно будет реально переносить наш участок куда-то сюда потом. Так, ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующей серии уже подумаем, как нам бы переехать и сделать все красиво. Давайте, наверное, мы сейчас с вами пункт с котом есть. Добавим горн одного. Одного. Все, один человек у нас останется для строительства на всякие пожарные. Все остальное мы как-то делаем вот так. Так, две овцы есть, да? Да. Тогда нужно будет, наверное, в следующей серии поудалять вот эти все дороги. И посмотреть как-то, возможно, вот тут взять, сделать вот так. Вот так вот ровную, огромную дорогу. И вот так вот и построить здесь наш с вами город. Ну, примерно как там. Как-то в этом плане. Ну, вы поняли, да? Я вот так вот покажу.
Вот такой сделать, к примеру, нам городок здесь. Здесь у нас будет как раз поле. Мы здесь выровняем дорогу. Отсюда эту тоже поудаляем. Либо нет. Мне главное вот эту вот удалить, потому что она меня напрягает. Она кривая, косая и реально здесь не построится. И вот здесь сделаем наш городок. Вот здесь у нас будет поле с вами. Октябрь. Угу. Пшеница 0. Да, здесь пшеница будет лучше. Плюс здесь как раз у нас будут ягоды с вами, ребят. Понимаете, да? Тут у нас и будут ягодки. Здесь у нас будет мясо. И нам ближе будет это все ввозить в город. А значит что? А значит правильно. Значит у нас быстрее будет пополняться наши с вами базары, магазины. И это не может не радовать. Правильно? Можно даже, думаю, как-то вот так потом это все сделать. Типа что-то вроде... Ага. Вот это вот меня напрягает. Вот такая вот штука. Блин, а знаете, что еще упускаем? Здесь же есть... Здесь есть эти, как его, заборы. Чтобы вы поняли. И нужно будет место как-то ставить под забор. И строить город защищенный. Блин, сейчас, секунду. Секунду, сейчас заканчиваем. Так, если, к примеру, я сделаю вот так вот. Так, вот сколько тут домов? Ой, божечки, ну тут много домов, да, влезет? Сколько? Хозяйств 38. 38 хозяйств раст и 38. То есть с этой стороны тоже можно будет сделать такое же самое. Только здесь поставить церковь, корчму и тому подобное. Да, 38 домов, я думаю, нам хватит с головой. Так, ладно, все. Всем еще раз пока-пока. Да потом, в следующей серии уже будем переносить наше поселение туда, ближе к мясу. Все, всем мур-мур.